По крайней мере, с ветерком сегодня ездит снегоуборочная техника. Туда и обратно по несколько раз. Разгребать приходится больше 1000 километров дорог. Как говорят водители, снегопад накрыл не только Татарстан. Метель, снег, гололед. Урал стоит. В Татарстане более-менее нормально. В Самарской области здесь не очень дороги. Перед Татарией маленько разбитые. Но в Татарии лучшие дороги. Ну, чистят, но метет, они не успевают убирать. 340 единиц техники и почти 1500 тонн противолёдных смесей. Такой запас на зиму приготовили для федеральных дорог республики. За ситуацией в реальном режиме следят комплексные посты. Стоит целое оборудование метеодатчиков, а также видеокамера. Таких у нас постов в республике Татарстан 40 штук. То есть в среднем получается один пост на 27 километров. В поселке Сокуры зиму встречает уже обновленная дорога. В этом году ее расширили до 4 полос, поставили светофор. Спокойнее стало людям. Люди уверены стали в безопасности. Безопаснее стал и участок М7, который в народе прозвали «дорогой смерти». Убрали поворот, построили развязки и надземные переходы. 4 полосы, барьерное ограждение и хорошее освещение – это стандарт дорог первой категории. В Татарстане на М7 в направлении Казань-Челны остаются 3 наиболее аварийных участка, которые этим требованиям не соответствуют. Уже в следующем году их сделают безопасными. На глобальных, да, перспективах, если говорить, то, естественно, к гостям вокруг Казани надо все привести в порядок. Сейчас о проблемах на федеральных дорогах можно сообщать в диспетчерскую службу по номеру 273-5408. Лена Зинатульна, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань, Лаишевский район.